потому что здесь такая насыщенная жизнь, что вечером ты просто засыпаешь сразу после отбоя, утром просыпаешься, и снова нарабатываются какие-то новые эмоции, новые ощущения, и интересно здесь чисто все, и люди, которые к нам приезжают, и люди, с которыми мы живем. Мы никогда не ленимся. Если человек не ленится, чем-то занимается, то он достигнет многого. Я считаю, что каждый человек обязательно должен сюда попасть, поехать, чтобы это даже для него было важно. Вот. И общение также с другими людьми. То есть много нового узнаешь от других людей. Реализуй свои мечты, а не чужие.